Вы скажите, где вы служите? А вот здесь вот Одинцовский район, поселок Успенское. Какой город? Село Успенское. Успенское. На Москве. К какому округу относится? Какая партия какая? Одинцовский, Московский парк. Московская партия. Так, фамилия, имя, отчество? Конобас Иосифович. Так. Вы нас благословляете на миссионерскую поездку по Европе и далее? Да, и чтобы не поломалась машина ни разу. Ни разу. И собака была жива, здорова. Все были. Уже подойдем? То есть да. Все было. Да, миссионерская поездка. Вы где служите? Игумен Кирилл Сахаров, настоятель храма святителя Никона на Берсеневке, города Москвы, напротив храма Христа Спасителя. Прямо напротив, рядом. Вы, отец, благословляете нас на миссионерскую поездку по Европе с Богомиссией? Бог благословит, ангела-хранителя. А то спрашивает, кто благословит. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Народу благословить. Да, наше благовестие благословите, чтобы все знали, да, что мы благословленные. Да, да, я, да. Ну вот я же сказал, что... Да. Слава Христу, да. Поехали. Благослови. Отец Наум благословляет нас. Да. Слава Христу. Да. Ну вот мы очень рады, что во время службы... Благослови, сохрани всех входах и выходах. Пошли ангела-хранителя навстречу. Господи, ты сам веди эту машину. Господи, пошли здесь навстречу всех жаждущих слышания Слова Божия, жаждущих спасения. Сохрани и помилуй. Удали всех лукавых духов, все препятствия, которые встречаются, чиновников, корыстолюбивых и всех недостойных. Удали, чтобы им слово Твое распространялось. Да прославится имя Твое святое во веки веков. Аминь. Аминь. Прощайся с Богом, храни вас Бог. Вы как-то встречались, не думали, а? Ну, отец. Ну, это вообще, подскажи ребятам тут все, закрывайте. Мы тут по большому делу. Так, как свободен принять? Свободен. Так, посмотрите, как машину куда ближе поставить. А. Мы в миссионерской поездке останавливаемся в разных городах. В каждом городе, в библиотеке оставляют все 38 книг за подписью. Ну и последние места везде, ссылаясь на ваш авторитет. Везде знают, я говорю, лучшие рекомендации мне не надо. Люди опасаются, если близко там литература, как. Я представляю трехтомник, одну, другую там где-то фотографию. Ну, начиная там, где последний, вот мы ехали там, все знают. Поэтому одно дело, я с улицы навалился, они там не знают, куда. Другое дело, а вы знаете, знаю. Батюшка, поехали мы. Благословите нас в путь. Благослови. Храни вас, Господь. Спасибо. Спасибо. Благодарим.